Я Владислав Буря, специалист по выбору лечебных курортов и санаторий. Я работал на 15 лечебных курортах Европы. Изучил более 200 санаториев и отелей. Сейчас я нахожусь в термальном отеле Колосае на курорте Памуккале в Турции. Хотел бы рассказать о его преимуществах и о том, что мне здесь понравилось. Как вы видите, я стою в термальном бассейне. Но уникальность этого отеля не просто в том, что здесь есть термальная вода, а в том, что здесь есть два типа термальной воды. Это термальная вода, которая лечит заболевания кожи и опорно-двигательного аппарата, так называемая термальная вода в Памуккале, и термальная вода с высоким содержанием железа. Содержание железа здесь настолько велико, что сама вода почти такого ярко-красного цвета. Эта вода лечит заболевания опорно-двигательного аппарата, также влияет на кожу. И еще здесь, в Памуккале, есть питьевой источник этой воды, которая хорошо лечит заболевания сердечно-сосудистой системы. Я вам скажу, что наличие двух типов термальных вод – это уникальное преимущество практически для любого термального отеля, но немногие термальные отели в мире имеют сразу несколько типов термальных вод, как этот отель Колосае. Как здесь проводится лечение? В отеле есть собственное лечебно-оздоровительное отделение, термальный центр, где можно проходить термальные процедуры, а собственно термальное лечение здесь заключается в том, чтобы посещать бассейны с термальной водой двух типов. Температура воды от 33 до 43 градусов Цельсия. Кроме того, здесь делают грязевые аппликации, массаж. И каждый день по назначению врача пациенту назначаются три процедуры. Это термальный бассейн, грязевая аппликация и массаж. И в этом плане этот термальный отель очень похож на курортные отели Абану Термы, где очень схожая методика проведения процедур. Я вам скажу, что в этом термальном отеле можно лечиться в любое время года, из-за того, что вода позволяет находиться здесь даже в сильные морозы. Вот в термальных бассейнах обитают люди, расслабляются, проходят лечение. В отеле также есть профессиональный курортный врач, хороший специалист по термальному лечению, который индивидуально каждому пациенту назначает лечение. И я вам еще хочу сказать, что мне здесь понравилось, что здесь каждому пациенту сугубо индивидуальный подход. То есть практически нет такого, что приезжают люди и каждому назначается стандартный лечебный пакет. Да? То есть каждого пациента оценивают его состояние здоровья, подбирают такую программу лечения, которая лучше всего подойдет именно ему. В чем это выражается? В том, что у каждого пациента может быть разное количество процедур, разные рекомендации по посещению термальных бассейнов, да, их же можно сочетать, то есть сначала посещать этот железистый термальный бассейн, железистая водой, а потом термальный бассейн с водой в Памуккале. И также и в обратном порядке, то есть сначала можно проходить процедуры термальной воды в Памуккале, а потом включать термальный бассейн с железистой водой. То есть комбинации могут быть совершенно разные. И вот этот подход мне очень понравился. Ни на одном курорте Европы я не видел такого принципа лечения. Чем это объясняется? Ну, тем, что на многих термальных курортах Европы огромное количество людей, и лечебные центры не могут построиться под пожелание каждого пациента, каждого гостя. Здесь, в этом термальном отеле, это возможно. Настолько гибкая система обслуживания клиентов, настолько
флексибильный подход к каждому гостю, что вы можете здесь полечиться очень эффективно. Что касается комфортности отеля и качества питания, упомянул об этом вскользь, потому что, как вы знаете, оценивать уровень комфортности и качество питания – это сугубо субъективное мнение, то, к чему привык, как говорится. Отель небольшой, в основном здесь двухэтажные корпуса, тихо, спокойно. Со всех сторон отель окружен красивой парковой зоной, очень спокойный отдых здесь можно провести. Питание, ну как и в любом, конечно, турецком отеле, это широчайший выбор различных блюд, все вкусно приготовлено. Так что мне в этом плане все понравилось. К тому же отель 5 звезд, а это ко многому обязывает. Особенно хочу выделить уровень сервиса. Вы знаете, сервис в каждом термальном отеле, где я был, меня по-своему удивлял. Этот термальный отель Колосея не исключение. Потому что я видел, как обслуживают в курортных отелях в Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Франции, Италии, Литве. И такого благожелательного, добродушного, приветливого отношения к гостям я не встречал нигде. Когда я пошел в отель, я вот сразу почувствовал вот эту особую атмосферу, которую создали в отеле. Ну, такое ощущение, что вы единственный гость в этом отеле. Вот так вас окружают вниманием, заботой, и это все делается непринужденно. То есть нет вот этого ощущения навязчивости, которое присутствует на некоторых курортах Европы. И нет ощущения равнодушности, как это происходит на многих курортах Чехии, когда вы приезжаете, и такое ощущение, что персонал отеля заставляет себя обслуживать вас, оказывать вам сервис. Вот здесь такого ощущения нет. Весь персонал улыбчивый, все приветливые. И вы знаете, курортное лечение, оно будет в 100 крат эффективнее, если у вас не будет каких-то раздражающих факторов. Это супер важно. Когда вы приедете сюда, вы почувствуете этот уровень сервиса, это фантастическое отношение к вам, как к дорогому гостю. Вы почувствуете, что здесь создают такую атмосферу, такие условия, чтобы вы ни в чем не нуждались, чтобы вы ни в чем не беспокоились. Комфортные номера, вкусное питание, все условия для отдыха. И, соответственно, вы настолько расслабляетесь, что сам процесс лечения, он становится в 100 раз эффективнее. Кроме того, здесь прекрасные условия для времяпровождения. Есть детские комнаты, детский игровой комплекс, бассейн, разные по глубине. Там, допустим, ребенок плещется в термальной воде. Все прекрасно. Нет каких-то отрицательных моментов, на которых заостряешь внимание. Но самое главное, и это одно из самых важных преимуществ этого термального отеля, оно состоит, что расположен буквально в 5 минутах езды от объекта природного наследия ЮНЕСКО Памуккале. Это комплекс природных термальных бассейнов. Вы знаете, когда я туда приехал, я сразу вот с первого взгляда понял, что на этот природный объект, ну хотя бы один раз в жизни, ну просто необходимо приехать. Такой красоты я не встречал практически нигде. И там, в этом термальном природном объекте,
много разных источников, от 33 до 100 градусов Цельсия, природа сделала его настолько необычным и красивым, что вот одного посещения, даже 2-3-часового, явно недостаточно, чтобы прочувствовать всю эту атмосферу. И вы знаете, вот здесь, в Памуккале, я обязательно рекомендую вам приехать, пройти эффективное курортное лечение, термальное лечение и совместить это с насыщенной экскурсионной программой. Я уверяю вас, когда вы приедете и увидите природные термы Памуккале, вы захотите минимально несколько раз туда вернуться. И здесь это очень удобно. 5 минут от отеля езды. Вы можете первую часть дня проводить в термальных комплексах отеля, а вторую часть дня выезжать и наслаждаться природной красотой Памуккале.